Представим себе комнату, в центре которой находится вот такая конструкция. Без оптимизации мы получим немаленькое количество листьев, медленно убивающих ваш FPS. Что же делать? Какой-нибудь умник сразу скажет: «Преврати это в Funk Detail!» Правильно, но Funk Detail имеет лимиты, поэтому мы не сможем на карте бесконечно обращать в них все. И рано или поздно столкнемся с тем, что наша карта просто не будет больше компилироваться. Особенно часто это случается с мапперами в Garry's моде. И вот пока вы не наступили на подобные грабли, давайте шевелить мозгами. Что делать, если мы не хотим или не имеем возможности обратить эту геометрию в Entity? Недолго думая, можно догадаться. Хинты. Больная тема для многих новичков. Итак, попробуем поставить хит размером с этот куб. И глянем, стало ли лучше. Почесав лоб, вы скажете себе: «Ну да, листьев стало чуть меньше». Но этого недостаточно. Разделим участки комнаты на зоны следующим образом. Мысленно отрезаем этот куб со всех сторон, чтобы он, не пускал свои корни в комнату, если так будет понятней. И вуаля! Мы еще вернемся к теме оптимизации. А пока удачи, тамадачи!